Таможенники предотвратили незаконный международный транзит 8,5 тонн маковой соломы. Подробнее в сюжете, подготовленном пресс-службой таможенного комитета. На днях таможенным комитетом и службой государственной безопасности на таможенном посту внешнеэкономической деятельности «Авиаюкеляр» специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» таможенному досмотру в установленном порядке подверглись тысячи мешков с пищевым маком общим весом 25 тонн. Привезенные в нашу республику из-за границы воздушным транспортом мешки с семенами планировалось перевести транзитом через территорию нашей республики с помощью грузового автотранспортного средства. Мак пищевой и опийный являются различными сортами растений мака. Мак пищевой также известный как обычный мак декоративный, хоть и похож на своего опиумного собрата, используется в пищевой промышленности для получения семян, которые используются в кулинарии. Однако в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 тонн семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский, от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 тонны, содержащая наркотически активные алкалоиды опия. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан о совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом, маковая солома высушенная является наркотическим средством, оборот которых в Республике Узбекистан запрещен. В настоящее время по данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что за последнюю 30-летнюю историю таможенной службы Узбекистана факт обнаружения столь крупной партии наркотиков в одном случае зафиксирован впервые.